Всем привет, дорогие друзья, с вами Стр7709, и сегодня мы начинаем новый летсплей на новейшей версии Майнкрафта, ну, на данный момент, 1.9. Да, друзья, она наконец-то вышла, как я это говорил в анонсе, и сегодня мы начинаем летсплей. Называться он будет «Весеннее-летнее прохождение в Майнкрафте на версии 1.9». Ну что ж, друзья, думаю, можно уже приступать и начинать осваиваться в мире Майнкрафта в новом летсплее. Так, все, хорошо болтать. Ребят, обязательно поставьте лайк, если вы хотите следующую серию, ведь чем больше лайков наберется на этом ролике, то тем больше шанс того, что выйдет быстрее новая серия, то есть вторая. Да. И так будет, наверное, каждый раз. Так что обязательно сейчас поставь лайк, и мы начинаем. Ну что ж, друзья, переключаемся на первое лицо, и сразу же, что я заметил, это деревня. Да, друзья, деревня, мы заспавнились возле деревни. Это очень круто. И здесь есть житель. И я победитель по жизни. Я просто победитель по жизни. Но я, в принципе, не против, что он тут продает хотя бы. Вау, мы уже можем через два продукта, не продукта, а как это можно сказать, через два предмета переключаться жителя. И поэтому теперь круче, ребят, все стало. Две руки. То есть нажимаем на F, и мы можем что-то в двух руках носить. Давайте проверим это. На траве, например. Берем траву. И теперь возьмем... О, мы можем переключать, да, как вы видите, я в другую руку взял траву, то есть одна рука у меня свободна, и я могу переключаться обратно. Круто, во второй руке у меня на данный момент трава. Так, с этого места, я думаю, мы уходить не будем, и, кстати, да, что я хотел сделать сразу же, я бы хотел такую вот фигню, так, сложность нормальная, хотел бы врубить такую фигню, как Game Rule. Keep inventory true. Так, нет прав, давайте откроем мир для сети и читы врубим и врубаем. Ура, все, друзья, true, да. Ну что ж, теперь мы можем выживать и просто полноценно. Теперь с нас не будут падать вещи, то есть мы будем умирать и вещи не будут падать с нас. Так, ну что ж. С чего начнем? Тыквы. Уже хорошо. Так, это тот же самый житель. О, подождите, это не тот товар. Не тот. Так. Ну, теперь у нас есть стимул искать золото, потому что мы теперь можем за 10 золота получить изумруды. А за изумруды мы можем норм так торговаться с жителями. Так, уголь, коровки. И давайте, наверное, начнем рубить дерево. То есть, то, с чего начинается каждый летсплей, это... дерево. Так, здесь у нас мир еще не прорисовался до конца. Ладно. Я, в принципе, не против. О, прорисовывается. Отлично. Самое главное, не заходить сразу же. Лучше просто подождать. Так. Ура, новое достижение. Кстати, что у нас тут по достижениям? Добавили что-нибудь? Так, вроде бы ничего не добавили нового. Ну ладно, будем пока что ждать. А чё так быстро голод угасает? Я не понял. Нормально, вроде бы сложно стоит, и вроде бы все очень круто. Я не понял. Ладно, хорошо. Все нормально. Кстати, а можем вот так вот делать? Да, можем вот так вот делать, либо просто на F-ку. Ну, легче на F, конечно же, нажимать. Так. Думаю, хватит рубить дрова. Давайте теперь сделаем верстак. Все, мы сделали верстак, и теперь давайте сделаем быстренько палочки. Ставим верстак, делаем палки, которые делаются не по-сложному крафту, и теперь делаем наш мечик. Так, берем меч, берем. Так, нет, думаю, еще можно сделать топорик, потому что, чтобы срезать, намного быстрее дерево. Так, отлично. Берем, так, как можно пользоваться двумя руками очень удобно. Честно, сам не знаю, мне кажется, вот таким вот образом можно как-то. Вот если... А как? Как... Ладно, я еще не до конца понял, но я хотел бы узнать, друзья,
как можно с помощью второй руки сразу же использовать, вот, например, смотрите, у меня во второй руке топор и меч. И мне интересно, как использовать именно топор. А, на F просто нажать, блин. Просто на F нажать, это как бы запасная фигня будет. И я могу менять между руками. Это очень удобно и абсолютно без модов, друзья. Блин. Это первое удобство в версии 1.9. Осваиваемся в новой версии. Очень даже круто сделано. Ладно. Берем, рубим, рубим, рубим. И что ж. 6 досок, 6 чего, как называется? Просто береза. Ну, 6 дров у нас уже есть. И теперь копаем далее. Копаем, копаем, копаем. Ой, как копаем? Рубим, блин, рубим, а не копаем. Рубим деревце. Может быть, абака собрать? Да нафиг оно мне надо. Так. Берем меч. И сейчас будем убивать коров. Так, также, наверное, давайте возьмем тыковки. Специально. Для того, чтобы потом сделать из них семена. А потом из этих семен сделать новые тыковки. Так, здесь у нас есть глина. Глина, не знаю, зачем нам сейчас. Но на данный момент глина нам ни к чему. Так, мы, кстати, можем уже сразу же срубить дома жителей. И получить за это выгодный... О боже, у меня еды вообще нету. Нету, нету, надо, надо убить коров. Коровочки, простите. Хотя бы что-то похавать надо. Эй, подожди, у меня... Подождите. Когда в следующей руке один скорость атаки. 4 урона. Подожди. Да ну подожди. Ну блин, ну мне лень за тобой бегать. А, подождите, а чё, медленнее бегаю? А чё я такой, как будто медленный стал? Так. Такое ощущение, как будто я медленный стал. А, блин. Боже мой, я чё-то вообще уже забываю про Майнкрафт. Это из-за того, что у меня еды нету. То есть сытости у меня не полная. Так, друзья, давайте, наверное, сделаем кирку. Первую. Конечно же, деревянную. Давайте сделаем набор палок. И теперь на... Чё-то я пьяный сегодня. Сделаем, давайте, сейчас первую кирку. И давайте срубим, пожалуй. Так, ложим во вторую руку и идем... Рубить камень. Кстати, да, мы сейчас будем... Нам сейчас будет плохо, если мы не успеем. Нам нужно 9 булыжника. Не да, 9. Даже 8. 8 штук, потому что печка строится вокруг. Да, ребят, давно я, кстати, не играл в Майнкрафт, чтобы именно так поиграть. То есть, не обычный записать летсплей, прохождение карты или что-то такое, а просто поиграть в Майнкрафт. Там, да, я снимаю обзоры без модов. Но это не игра Майнкрафт, как бы, именно, чтобы поиграть, развиться. Да, именно так я просто давно уже не играл, и поэтому много чего позабыл. Поэтому, ребята, если что, можете на меня не... не можете, а прошу не обижаться на меня. Да, и надеюсь, на какие-то ошибки вы заметите их и напишите в комментариях, как правильно там делать что-то, что я сделал неправильно. Так, ладно. Делаем каменную кирку и делаем, наконец-то, печку. Все, печка у нас готова. И теперь ложим сырую говядину и жарим ее с помощью, давайте, досок. Доски, это ж круто. Огонек есть, и все, теперь ждем. Ждем, чтобы покушать, и все. Так, что теперь? Теперь нам нужно куда-то уходить отсюда, потому что здесь плохое место... Здесь, конечно, я бы остался, если была полная деревня, но тут какая-то фигня. Вот посмотри, вот это полная деревня. Ну, факел можно стырить, можно что тут еще. Доски. Можно доски, кстати, сверху стырить, которые у нас находятся. Давайте так и сделаем, наверное. Не доски даже, а дерево. Давай. Так. Ну что ж, мы поедим. Да, мы поедим, ребята, стейки. Давайте все уберем отсюда, все, что нам не надо. Ура, мы сегодня поедим стейки. Зашибись, круто. Едим стейки. И да. Так, кстати, друзья. Проблемка в том, что у меня нету кровати. Это очень плохо.
Могу сейчас, конечно, поубивать пауков, но это будет как-то... Во, блин, что делать? Друзья, что делать, что делать, что делать? Ай. А, кстати, да, стоп, если у меня в двух руках будет меч, то это увеличит мне урон. Может, тут сундук появился? Или фиг там был? Нет, фиг там был. Нет сундука. Так, ты мне что? О, можно, кстати, пытаться сейчас накопить плоть. И, кстати, сейчас нужно... О, да, меч. Я смогу сделать меч, и теперь у меня будет двойной урон, потому что если в одной руке один меч, а во второй руке другой меч, вот, зашибись. Теперь у меня урона должно быть больше. Ну, давайте сейчас посмотрим, как я буду биться. Так, давайте, наверное, вот так вот положим все. Осветим, наверное, где-то. Где-то. Тупо я как-то осветил. Так, ну вот тут осветим, чтобы мобы здесь не спавнились. И возьмем, пожалуй, каменный меч и пойдем кромсать, ну, например, вот это вот скелета. Так, ПВП, кстати, здесь что-то было переделано с... А чё это так много ты мне снимаешь? Подождите, чё это одной стрелой? Что за фигня? Почему мне так много сносит? Чё он такой быстрый? Чё происходит? Что? Вот! Я включил геймеру Keep Inventory. Что за ерунда? Почему мне так много скелет сносит? О боже! Он не сносил так много раньше, я помню. Тем более сейчас у меня нормальная стоит сложность. Что за хрень? Ладно, ребят, если что, не обижайтесь на меня. Я просто не знаю серьезно, что это такое. Ладно, первое познавание, будем узнавать, почему мобы такие сильные стали. Может быть, это, блин... Да ну давай! Ребят, я не знаю, я не читал ничего о новой версии, то есть я сам пытался все узнать, изучить или... Чё, их-то всех долго бью, странно. Боже мой, что такое? Что с этой версией не так? Ладно. Не, ну мне и все нравится, но пока что мне нравится только это. Почему мобы такие сильные? Или мне так кажется после долгой не игры в Майнкрафт? Не знаю, кстати, что это летит в сердечки. Да, придется все изучать, потому что я тут ничего не понимаю сейчас с ПВП фигней. Я читал где-то, что изменена ПВП, что-то там, ПВП драка, ПВП битва. Я не знаю, что-то там с ПВП изменилось, и теперь что-то другое у нас. Вроде бы новый боевой стиль или что-то такое. Что-то типа этого у нас, но я все равно не понял. Нифига не понял. Решил не дочитывать и все самому изучать. Так, в общем, у меня есть две косточки, а из них мы можем сделать костную муку, а костная мука мне ничего не даст. Поэтому можем просто смело куда-то идти. Ну что ж, здесь я оставаться не собираюсь, как я уже это сказал ранее. И, кстати, друзья, не знаю, сколько я записываю серию, поэтому... Я хз, сколько я записываю серию. У нас есть две стрелы, кстати. Так, давайте, наверное, мы сейчас срубим вот эту вот ерунду. Так, подождите, мне нужно вот так вот сделать. И теперь взять наш деревянный топорик. И чтобы во второй руке был меч. Все, зашибись. Так, меняем. И берем, делаем вот так вот. И забираем дверь. Ну что, ребят... Мы что, зря эту деревню, что ли, нашли? Забираем. Блин. Это я как-то тупо. Забираем все, короче, ребят, давайте. Будем евреями. И заберем все, что тут есть. Ну, полезное. По крайней мере, лестница не такая уж и полезная, но я ее все-таки заберу. Пока что у меня нету ресурса вообще, поэтому думаю, мне лестница пригодится. Тем более халявная, на халяву и уксус сладкий. Так, забираем три факела. Ну а что, ребят, ну а чё? Давайте. Разбрать, так брать. Так, житель, я тебя не трогаю, дом твой оставляю, но то, что в нем, я забираю. Так, здесь ничего интересного, здесь тоже. И последний это колодец, здесь у нас есть забор, забор, который не знаю, зачем мне нужен, но я такой, поэтому я все забираю. Да, заберу. Пожалуй, заборик, и идем далее. Так, нечего сейчас комментировать, если честно, потому что я просто забираю забор. Да. Не знаю, зачем мне забор. 4 забора. 6 штук. 6, 6, 6. Последний, 5 и 6. Так. Теперь.
У меня есть 3 факела. Сейчас никуда идти не стоит. Почему? Потому что дофига мобов будет спавниться. И да, Game Rule Keep Inventory. Как я забыл. Так. Game Rule Keep Inventory. Я не понял, почему у меня не работает это... Game Rule Keep Inventory. True. Ну, я не понял, но я ставил true. Вроде бы я ставил true, и у меня должно все работать. О, кстати, еще один заборик. Что? У меня должно все работать, и как бы я не... Я хз, почему у меня ничего не работает. Ладно. Возьмем кирку. И... О, кстати, тростничок. Вот что мне сейчас нужно, это тростник. Потому что тростник мы можем в будущем тоже на ферме как-то выращивать, да. Как это правильно сказать? Выращивать тростник? Думаю, это правильно. Так, ладно. Стекла нам ни к чему, тем более мы их забрать нормально не можем без щелкового касания. И поэтому мы просто сейчас уходим. Хотя нет, надо здесь посмотреть, возможно, что-то будет полезное. Так, вам, наверное, ничего не видно, но мне сейчас тоже... Так, здесь есть глина, которая мне вообще не нужна ни к чему, она мне вообще, и поэтому я ее не буду забирать. Так, кстати, я там не все забрал с деревни, из-за того, что мы уходим уже с этой мини-деревни, я заберу, пожалуй, все свои вещи, которые я тут оставил. Так, возьму это и возьму мой верстачок. У меня, кстати, инвентарь еще не заполнен, но это хорошо, потому что скоро нам надо будет создавать сундуки, которые... Которые сундуки. И опять же, еды у меня нет. Это просто, ребят, эта версия стала какой-то хардкорной, серьезно, потому что... Почему так быстро все раз это... Голод у меня почему так быстро кончается? Что за ерунда? Да, это, наверное, такое изменение, но... Если что, ребят, можете поправить меня в комментариях и объяснить то, чего я сказал неправильно или что-то такое. В общем-то, поправьте меня в комментариях, но только... без матов, пожалуйста. Да. Ладно, тем временем копаем уголь. Тут, кстати, много угля, как я вижу здесь. Что это такое? Это... О, железо. Ура, первая железка. Уже хорошо, давайте, наверное, чтобы было лучше видно. Я возьму. Так. О, 4 штуки. Это мы можем уже сделать кирку железную. 5 штук, мы уже можем сделать кирку и медь железные. Это 6 штук, вот это круто. Так. Здесь ничего интересного, насколько я понимаю, да? Один лишь булыжник, ну понятно. Хорошо. Так, факел я забирать не буду. Так, берем последний уголь, докапываем. Так. Так. Уже восход? Или как это? Да, восход вроде бы, да? И я, если честно, не знаю, сколько я снимаю, друзья. Если эта серия будет слишком длинная, то я, наверное, ее разделю на 2 части. Либо же как-то попытаюсь ее сократить. Потому что что-то слишком... Мне кажется, что я слишком долго снимаю, потому что на Фрабсе нет таймера времени, сколько я снимаю. И узнать я никак не могу, кроме запоминания времени. А я, дебил, не посмотрел, во сколько времени я начал смотреть... Ой, смотреть, снимать эту серию. Поэтому, друзья, я серьезно не знаю, сколько эта серия уже идет. Но я думаю, что на данный момент достаточно. Поэтому, друзья, думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр данной серии номер 1. Если вы хотите продолжение летсплея и, конечно же, новую серию этого летсплея, весеннее-летнее похождение на версии 1.9 в Майнкрафте, без модов, на данный момент без модов, но потом буду моды пополнять. Да, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если хотите новую серию, то есть... Чем больше лайков, тем больше шанс на то, что выйдет новая серия быстрее. На этом все. Всем удачи. Всем пока.